здесь. Мы прессуем Еву, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Евы под ногами, 360 градусов вокруг нее. 3, сканер сканирует все 7 тонких тел Евы, находит все. У нее сверху как скафандр какая-то. Оболочка? Оболочка, да. Хорошо. Влад, разрежь оболочку и отправляй ее в клетку-тюрьму. Да, будет так, и так есть. Готово. Сейчас она открылась. Ева, мы приветствуем вас. Просим разрешения на работу. Она говорит, спасибо, что убрали. Мне дышать было трудно. Я даю разрешение. Сегодня все разберемся, всех накажем, не беспокойтесь. Я даю команду. Значит, 3, сканер сканирует пространство над головой Евы под ногами, 360 градусов вокруг нее. 3, сканер сканирует все 7 тонких тел Евы, находит все. А у нее в руках еще какой-то небольшой черный шарик. Это как черный шарик. Гольфный мячик. Уходит в клетку. Это паутина арахноида. Она с головы насобирала ее. Ах, вот как. Хорошо. Арахноид в клетке. Арахноид, а что это за беспредел, которым ты занимаешься здесь? Показывает он везде, он и на собаках, и в доме. Понятно. Хорошо. У нее что, один интерферент? Нет, дальше идем. Синий дракон. Чья оболочка? Гуманоид. Бес. И джин. Итак, у нас арахноид, синий дракон, гуманоид, бес и джин, правильно? Да. Считай цифру джина над головой. 78-11. Золотой, да? Не совсем. Он не хочет раскрываться и показывать, какой он. Но там присутствует золото и синий цвет. Джин, ты, наверное, не серьезно относишься к тому, где ты сейчас находишься, да? Сила моего намерения, его челма, все магические кольца, все серьги, все уходит в соседнюю клетку. Я тебе сейчас объясню, что ты хочешь, а что ты не хочешь здесь. Говорит, верни мои атрибуты, я не причиняю зла. Ты не услышал мой ответ? Что ты здесь делаешь в этом биополе, джин? Считай информацию, это золотой или синий джин? Но он не до конца золотой. Хорошо, значит, полусиний, полузолотой, правильно? Да. Хорошо, переходим к бесу. Считай цифры у беса над головой. 8. Откуда у нас гуманоид? Кута. Кто ты? И что воровал? Биоматериал. Очень подходящий. Биоматериал. Как долго ты находишься в этом биополе? Я нахожусь целый год. Ты уже отправлял биоматериал? Отправлял. Понятно. Синий дракон, считай цифру синего дракона над головой. 41-33. Ну, это точно не будет случайно здесь находиться, синий дракон. Сколько ты находишься в этом биополе и почему ты здесь? 3 года находится. Ну и что ты делаешь в нашей цивилизации? Я изучаю. Да, хорошо, посмотрим, как ты изучал эти последние 3 года. Сколько находится арахноид в этом биополе? 6 месяцев. Кто живет в той квартире, где сейчас, в том доме, где сейчас находится Ева? Арахноид. Еще кто? У дракона есть платы. У синего дракона есть. Бес. Еще кто? Джин. Джин тоже там живет? Который, да, не мешал, у него, да? Есть пыль. Кроме гуманоида все практически, да? Да. Все понятно. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Евы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным. Стоп. Если гуманоид есть его конструкция, даю команду сканеру. Сканер сканирует Еву, отключает эту конструкцию полностью, выводит из биополя вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами и энергиями. Конструкция есть, она в клетке, это скафандр, накидка. Это она. Хорошо. Mm-hmm. Понятно. Я даю команду тонкой копии Евы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены и низковибрационные энергии в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные негативные патогены и низковибрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Еве. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Итак, Джин, сколько ты находишься в этом биополе? Он говорит, я недолго нахожусь. Джин, если я спрашиваю конкретно, сколько ты находишься, ответ «я недолго нахожусь» меня никогда 4 не месяца. Никогда меня не устроит. С какой вещью ты попал в это биополе?
Он не с вещи попал, он присутствует в доме, где она живет, и у него там пыль рассыпана, она собирает и уходит. Хорошо. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Ева забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не взяли, до последней капли возвращает Ева себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошел процесс. Но из этого скафандра идет частички души, я бы сказала, больше, чем биоматериал. Гуманоид, ты уверен, что это безнаказанно тебе сойдет с рук? То, что ты сделал. У тебя есть контракт какой-то на воровство души? Обычная процедура. Нет контракта, нет. Надо будет тебе апдейт новый сделать, потому что ты не в курсе некоторых вещей. У нас обычная процедура называется совсем другое. В моих руках появляется живая плазма. Вот обычная процедура, которая апдейт действует. Апдейт принял, но у нее нет такого оружия, поэтому я здесь. У нее нет такого оружия. Но ты будешь нести ответственность за свои действия, если она этого пожелает. Реверс закончился. Так, Джин, ты будешь со мной дальше кооперировать или будешь мне рассказывать истории? Ты готов кооперировать со мной? Я готов с минимальными потерями уйти. Хорошо, возвращаю тебе все твои вещи, которые я у тебя забрал. Возвращаю это все Джину. Он это принимает. Это типа благодарности от Джина. Хорошо, давай, Джин, тогда с тебя начнем. Тебе выходить не надо. Собери всю свою пыль, которая находится в ее биополе. Все свои подключки снимай. И доложи мне, что ты закончил. Он всосал эту пыль назад в себя. Так и есть. Хорошо, поехали дальше. Бес, сколько ты находишься в этом биополе? Не понял, он уже говорил. Повтори, я буду часто спрашивать, а вдруг ошибешься. Зачем так мучаешь беса? Мне надо к тебе вопросы задать. Если ты ответишь на эти вопросы, ты не уйдешь с пустыми руками. Давай спрашивай, расскажу все. Хорошо. Хочешь, расскажу ее главный минус. Скажи мне минус. Сначала главного минуса начнем. Это, конечно, плюс. Для тебя? Да. Итак? И для нее. И что это? Любовь к своему телу. Да ты что? Еще ни разу не видел ни одного беса, который заходил на любовь к своему телу. Может, ты какие-то другие назовешь мне частоты? А я скажу, на чистоте беса это звучит как самолюбование, самовлюбленность, а еще страх потери, вот красоты. Вот именно это я и хотел узнать. Скажи мне, есть ли лярвы в ее биополе? Нет, у нее лярв. Хорошо, затемнение есть? Скатывается негатив вниз, но он серый. Хорошо, у меня все равно есть тебе что отдать. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Хорошо, давай тогда выходи, отключайся полностью. Все, что ты установил, снимай. И на месте доложи мне, что ты закончил. Вернее, отправляйся в клетку. Я дойду специально до команды, когда я тебе отдам этот эмоциональный фантом. Сначала собери все, выведи. Мы закончим, и я тебе отдам его. Он все снял. Хорошо, идем тогда дальше. Гуманоид, что-нибудь осталось на твоей чистоте, посмотри. Нет. Синий дракон, выходи, собирай свои платы, вытаскивай все, отключайся полностью и возвращайся назад, приступай. Что ты воровал, синий дракон? Энергии, знания, наблюдал, подпитывался. Не могу сказать, что не забирал энергии. Подключен был к третьему глазу, не тормозил, наблюдал. Но если ты подключен к третьему глазу, что ты транслировал тогда ей? Не транслировал. Наблюдал, что она видит. Я не вмешивался в развитие, изучал. Хорошо. Все снял. Знаю эту причину. Арахноид, выходи. Снимай всю свою паутину, отключайся полностью, ничего не забывай. Приступай. У нее плечи на плечах. На плечах. Да? Шея, плечи, затылок, волосы. Вплетены. Паутина. Да. Да, вижу. Снял. Хорошо. Отлично. Включаю внутренний белый свет Еве. И Ева выдавливает из себя все негативные патогены, низковибрационные энергии, вибрации, находящиеся на частотах интерферентов. Остаточная энергия выходит и формируется в шар. Пошел процесс. Вышел очень маленький шарик. Значит, все убрали. Открывая портал в галактическое ядро, шарик уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чистая. Отлично. Все вытащили. Выходит эмоциональный фантом Евы.
и проецировать все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие вибрационные эмоциональные энергии. Злость она проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел. Спрашиваем Еву. Ева, вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами сгенерировали? Готова. Хорошо. Сворачивайте энергии в шар. Бес. Забираешь? Да. Отправляю бесу. Какая энергия самая вкусная из этих всех тебе? Страх. Страх. Хорошо. Все передали Еве. Хорошо, все забрали. Значит, буду тогда отпускать Джина, беса. Страх потери, он говорит. Я понял. Ты об этом уже говорил. Страх потери. Итак, Джин, бес, вы уйдете сейчас в дом. Бес, скажи мне, ты один там или есть еще кто-то? Черт. И есть черт. Хорошо. Если он животных мучил, я ему не отдам негатив. Ты хочешь получить весь негатив в доме? Хочу. Значит, кооперируй со мной, покажешь мне, где порталы. Сначала соберешь. Покажу. Хорошо, все. Я же говорю, с нами можно работать. Итак, на 4 открывается сейчас портал в квартиру Евы, в дом. 1, 2, 3, где она сейчас живет. Бес уходит в этот портал вместе с Джином. Закрывая печать. И собирает все, что они там оставили, дожидается меня. Я приду, открою портал, и вы уйдете на свою чистоту. Закрывая печать, вы растворяй. Готово. И открывая второй портал в дом Евы, где она сейчас живет. 1, 2, 3. И арахноид с синим драконом уходит сейчас в этот портал. Собирает все, что они раскидали в доме. Дожидается меня. Я открываю, проверяю, открывая портал и отпуская на их чистоту. Отлично. Уходит туда, закрывая печать, и растворяя. Готово. Хорошо. Лия, прошу тебя выйти на связь. На связи. Гуманоид Ута с оболочкой воровал в течение года. И ДНК шел, и частицы души вернули назад. Посмотри на него. Попробуем сейчас все это вернуть. Заберем мы его, проверять будем. Оболочку уничтожить, прибор у вас есть. Отлично. Под оболочкой открываю портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Оболочка уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Появляется прибор для определения полноты души. 1, 2, 3. Есть. И просканируй, пожалуйста, Еву в процентах, сколько частицы души в ней присутствует. Они 89 биоробот и 95% души. 95% души. Понятно. Хорошо. Выстраиваем сейчас канал от Евы к ее частичкам души. Все родные энергии. Все возвращается назад. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Готово. Отлично. Просканирую еще раз, сколько у нее сейчас процентов души. 100. Ли, благодарю тебя за этот замечательный прибор. Поехали дальше. Итак, всех мы отпустили. Клетка пустая, Вера. Да. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ева, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после нее? Спокойно чувствую, полный. Замечательно. Энергии внутри меня. Живые. Расширенные, наполненные. И не только это. Состояние чистоты. И еще у вас на 10% больше стало своей души, которую у вас украли. Я все чувствую это? Полноту. Замечательно. Значит, мы тогда переходим к вашим вопросам, к вашему куратору. Вы написали 10 вопросов. Мы сейчас будем приглашать вашего куратора в нашу комнату диагностики. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Евы. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Евы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. С радостью приветствую всех в этой комнате. С радостью, счастьем, благодарностью. Мое имя Алон. Алон. Приветствуем вас, уважаемый Алон. Вы куратор? Я куратор Евы на эту жизнь. Отлично. Меня зовут Влад, это Вера.
Мы проводили сегодня чистку вашей подопечной. Все, что ей мешало, мы убрали. И вот она написала еще 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемый Олон, ответить на эти вопросы, которые ее беспокоят? Да, и я буду очень рад, если смогу убрать беспокойство. Итак, начнем. Первый вопрос. Откуда моя душа? Как выглядит дом моей души? Арктур. Мы приветствуем. Как он выглядит очень ярко. Ярче солнца. Мы приветствуем представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю вас за такой теплый прием. И отвечая на вопрос, я бы хотел добавить, что это будет прекрасным домашним заданием изучить и ответить самой на свой вопрос, как выглядит Арктур в познаниях планеты Земля. Отличное домашнее задание, уважаемый Алун. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Переходим ко второму вопросу. Каковы задачи моей души здесь, на Земле, в этом воплощении? О, эти задачи прекрасны. Ты должна постичь чувства и эмоции, научиться балансировать ими, держать в гармонии и продвинуть осознанность своей души на основании этой гармонии на следующий уровень. Благодарю вас. Третий вопрос очень похожий на второй вопрос. Какие кармические задачи мне нужно решить в этом воплощении? Кармические задачи устанавливала твоя душа самостоятельно. Я не имею права рассказывать тебе твою тайну. Кармические задачи лежат в глубине тебя. Ты сама их знаешь и осуществишь те, на которые у тебя хватит сил и желания пройти. Вы закончили? Да. Я благодарю вас за этот ответ. Следующий вопрос, четвертый. Каков уровень моего высшего я? 13-й уровень высшего я. Достаточно высокий уровень. Благодарю вас, уважаемый Алун. Переходим Может быть и выше. Может быть и выше, если осилит, решит все свои вопросы. Высшее я перейдет, конечно, что является целью. Идем дальше? Да. Итак, пятый вопрос. Каковы мои основные блоки и модели мышления, которые мешают моему развитию? Как и раньше, я добавлю, что твои земные проблемы и понимание мира перевешивают душевное спокойствие и развитие. Ты можешь больше развиваться духовно, пока у тебя параллельное развитие. Земная жизнь идет параллельно духовному развитию. Когда ты начнешь летать, эти две составляющие, твое осознание расширится, и материальный вопрос уйдет на задний план со всеми остальными земными, важными, я бы сказал, для Земли решениями. Они встанут на второй план, и душевное состояние раскроется, расширится. Твоя осознанность перейдет на следующий уровень. Благодарю вас за этот ответ. Можем дальше идти? Да. Шестой вопрос. Каковы мои скрытые таланты, которые я не использую в настоящий момент, и на какие таланты мне следует обратить внимание? Тебе не хватает музыки, определенных звуков. Мелодичный инструмент. Он выпуклый, круглый, похожий на летающую тарелку, как вы ее описываете и представляете. Есть такой инструмент у нас, где пальцами играет, и он дает разные такие вибрации. Да, именно этих звуков тебе не хватает. Они затронут и раскроют твой внутренний мир. Дадут определенные вибрации для мыслей и информации, вообще-то а также очень памяти. Очень медитативная музыка, которая получается с этим инструментом. Действительно, там такие вибрации приятные, очень успокаивают инструментом. Они затрагивают глубину, понятную каждому. Поэтому они так и воздействуют. Благодарю вас, уважаемый Алун. Вы закончили? Да. Седьмой вопрос. Чему мне на данный момент нужно научиться, понять и познать для моего духовного роста? Ты идешь своими правильными шагами.
Встреча со мной – один из этих шагов, которые ты обучаешь, свою душу развиваешь и ведешь к осознанности. Познание, кто ты и откуда, также расширят твой диапазон познаний, а также интерес к следующему развитию. Я хочу указать этим ответом на то, что ты на правильном пути. Благодарю. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Я духовно начала развиваться, чтобы понять, осознать жизнь, улучшить качество жизни и понять закон причин и следствия. И сейчас мне все время идет от души отклик, что мне нужно помогать людям через духовное развитие. Что вы посоветуете, как я могу помочь человечеству наилучшим образом? Какими практиками моя душа могла бы лучше всего помочь людям? Я уже сказала выше, что когда душа встанет на первую линию, а материальная уйдет на вторую, твоя душа окрепнет. Проблемы и цели людей станут тебе понятными. Ты сможешь читать людей как рентген. Пока же ты ослаблена, и хвататься за все подряд, помогая людям, не нужно. Нужно окрепнуть внутри, познать себя, помочь себе развиться, и только потом ты сможешь слышать истинную причину людей, истинную суть без подоплеки. Не всем нужна помощь в том понимании, как ты это представляешь. Не нужно брать на себя чужую грязь. Твоя душа слаба и не готова к этому. Благодарю. Благодарю вас. Нельзя дать то, что ты сам не имеешь, поэтому нужно с себя начинать. Переходим к девятому вопросу. Какие практики мне следует выполнять, чтобы легче читать информацию из хроник Акаши? Это огромный вопрос и довольно обширное обучение, затрагивающее разные объекты, в том числе объекты подключек. Абсолютно верно. Здесь не только практики, да, которым нужно обучиться и попасть в хроники Акаши. Здесь определенный уровень понимания себя, понимания уровня практик Акаши, понимание того, что не все могут считывать информацию из хроник Акаши, и не всем открыты двери туда. Информация также может быть предоставлена цивилизациями, которые перехватывают неумелые души, пытающиеся достучаться до хроник Акаши. Я не смогу ответить просто на этот вопрос, так как он захватывает много аспектов. Уважаемый Алон, я благодарю вас за этот ответ. У нас есть школа Арго, в которой мы обучаем этим практикам. Я могу только со своей стороны подтвердить, что опасности на пути к хроникам Акаши очень большое количество. И для того, чтобы подняться, подойти к этому этапу хроники Акаши, нужно очень много уже знать. И только с этим багажом знаний, причем нужно уметь проверять, что ты видишь, проверять информацию. Это не делается одним за один день, это работа. Но на Земле такие технологии есть. Я это хотел просто сказать. Благодарю. Я перехожу, с вашего позволения, к последнему, десятому вопросу, уважаемый Алон. Какой был бы твой самый важный совет для меня, о котором я не подумала спросить? Буду очень благодарна за любые рекомендации. От всей души благодарю, чувствую высшую любовь, которая окружает меня, и я очень благодарна за такую возможность и поддержку. Я хочу напомнить, что у тебя достаточно высокий уровень высшего «я», и твоя душа уже прошла много воплощений на разных объектах и имеет хороший опыт. Двигайся в направлении развития и осознанности, как я уже сказал, сплетая это с земным прохождением, с чувствами, с эмоциями, с материальной стороной и правильным выбором и решением. Все ответы ты найдешь в себе,
задав вопрос правильности или неправильности принятия решения, твоя душа ответит четко и ясно. Радость и сомнения внутри тебя, они подсказывают правильность твоего пути. Я же хочу активировать в тебе энергии Арктура. Они проходят из моих ладоней в твои, пересекая все твои тонкие тела, как молнии задеют каждую клеточку, и воспоминания возвращаются к тебе. Ты связана с Арктуром, так же, как любой арктурианец. Не забывай о своих родных энергиях, которые находятся внутри тебя. Благодарю. Уважаемая Лун, вопросов у нас больше не осталось. Остался маленький такой нюанс, о котором вы, возможно, еще не знаете. В этой комнате диагностики у нас есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем обязательно один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешение куратора Алуна передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу, за его помощь и просто на добрые воспоминания. Это чудо, чудесный подарок. Я с благодарностью принимаю этот подарок и заберу его с собой. Нам очень приятно, что вам понравилось. Передавайте от нас привет Арктуру. Мы рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных и сделаем свою работу, откроем им эти двери, в которые дальше они пойдут сами. Очень признателен за эти слова. Благодарим и мы вас. Мы не прощаемся, говорим до скорых встреч. Возможно, на для каком... нас это как дверь. Извини, что перебил тебя. Пожалуйста. Для нас это как дверь. Иногда мы не знаем, как достучаться до своих подопечных. И теперь есть дверь, через которую их можно привести к осознанному выбору, очищению и развитию души. Благодарю вас за это. Абсолютно верно. Мы уже имели честь принимать арктурианские души в нашей комнате диагностики неоднократно. Эта возможность существует, причем на очень высоком уровне, поэтому здесь вам будет очень удобно всем работать. Благодарим и мы вас, уважаемый Алон. Всего вам доброго, наилучшие пожелания. И еще раз благодарим за вашу помощь. Ухожу с миром и благодарностью. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Ева, как вам ваша встреча с вашим куратором? Получили ли вы свои ответы на вопросы, которые вы хотели узнать? О да, я получила мои ответы. И я получила больше, чем ожидала. Мои родные энергии внутри. Они повсюду. Это да. Такая зарядка батареи. Благодарю вас за эту встречу. Добро пожаловать в новую жизнь. Не забывайте сбрасывать негатив каждый вечер. Не забывайте заправлять себя энергиями. Числа мы вам назвали в этом сеансе. Наш куратор Ольга перешлет вам этот сеанс. После этого сеанса рекомендации, также текст манифеста. Работайте над собой, развивайтесь, и все у вас будет хорошо. А сейчас мы вернем вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план и приступим сразу к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Евы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.